Ты придешь на вечеринку, Кортни? Нет, я их не люблю. Я пойду с тобой, Фиби. О, Колин. Есть идея. Моим куклам нужен новый дом. Для каждой куклы своя секретная комната. Для Кортни, для Фиби и для Колина. А сейчас мне пора спать. До завтра, куклы. Джози заснула. Наконец-то. Мы вернулись. Как вам план? Тише, не разбуди Джози. Мы сами построим секретную комнату. Да, отличная идея. Приступим. Нужно начинать. Это так увлекательно. Тебе туда. Строительство начинается. Сперва занесем стройматериалы. Семь раз отмерь, один отрежь. А вот и пила. И главное, не забудь про защитные очки. Фиби? Я справлюсь и без пилы. Что? Цветочек, не смотри. Это было эффектно. И идеальный срез. Впечатляет. И как работает этот шуруповерт? Колин? Это просто. Берешь и закручиваешь шурупы. Хе, вот глупышка. Начинает получаться. Фиби, что ты делаешь? Давай я покажу. Нужно просто нажать на кнопку. Вот так. И все готово. Колин? Идея. Молоток вместо барабанных палочек. Отлично. Талант ударника не потрачен впустую. Начнем сборку. Ты держи. А я завинчу шурупы. Моя очередь. Идеально. У нас получилось. Не отпускай. Прости. Балки есть. Отмеряю. Завинчиваю. И у нас есть снова каркас. Вы готовы? Да! Закрепите понадежнее. Почему всегда я? Держи. А теперь основание. Тяжелое. И сделано. Фух. Все должно быть фиолетовым. Парни, за дело. Братишка, готово. Спасибо. Какое тяжелое ведро. Ой. Вот это повезло. Неплохо. Фиолетовый? Вот и наши секретные комнаты. А где твоя? Сейчас будет на месте, смотрите. Здорово. Но почему она розовая? Как розовая? Никакого розового. Все будет зеленым. Готово? Мне нравится. Но как сюда забраться? И правда, как? Об этом я не подумала. Но решение есть. Лестница. Ты такая умная. Главное крепко зафиксировать. Лестница готова, но чего-то не хватает. Ну, конечно, плющ. Моя комната станет еще лучше. Задняя стенка будет украшена неоновыми лампами и ватой.
Включаю. Вот это я называю искусство. Я проголодалась. Идея. Что если подшутить над соседями? Оставлю кожуру вот здесь. Сейчас повеселимся. Кортни, ты такая скучная. Колин точно наступит. Что? Но как? Неужели не работает? Как много бананов? Возьму себе парочку и украшу стену комнаты. Идеально. И у кого комната красивее? Мне тоже нужно украсить комнату. Стена из зеленого газона. Это так поэтично. А здесь будет фатин. И добавлю панно из папоротника. What? Что скажешь про мой эко-дизайн? Вау, одобряю. Окей. Это зеркальце слишком скучное, но я знаю, как сделать его веселее. И это не все. Счастливая мордашка. О, да, другое дело. Подача, лови. Даже в мяч не с кем сыграть. Идея. Из шнурков я сплету баскетбольную корзину. О, да, трехочковый. Без касания, не глядя. Удар головой. Я ловлю, ловлю! У него хорошо получается. О, да, я гений. Я уже закончила мастерить листочки из бумаги. Украшу ими крышу. Получился настоящий тропический рай. Приятно поговорить с веселым собеседником. И мне не помешает зеркало. Такое подойдет, его только нужно немного оживить. Фантастика. Почти донес, фух. Осталось подключить приставку. Включаю. И пусть победит сильнейший. Обожаю смайлики. Сделаю из них шторку. И они будут поднимать мне настроение весь день. Ничего не вижу, здесь слишком темно. Нужно больше света. Идея. Лампочку в книжке, концептуальный светильник. Учение «Свет в реальной жизни». Ну вот, теперь все видно. Освежающий лимонад готов. Кто хочет утолить жажду? Чуть не забыла про ценник. Ух ты! Я не откажусь от стаканчика. Сперва заплати $5. Но у меня совсем нет денег. Не страшно, держи мои. Теперь можешь заплатить. Спасибо, твой лимонад. Удивительно. Я тоже хочу лимонад. $5. Подожди, но Колин получил лимонад бесплатно. Я тоже так хочу. Лимонад нужно купить. Ладно, держи. Спасибо, это тебе. Вода закончилась, и бутылку можно выбросить. Нет. Ты что творишь? Зачем выбрасывать пластиковую бутылку, если можно сделать из нее стильный вазон для растений? Видишь? Эко-дизайн. Я все понял, больше не буду. Откуда этот шум? Кто-то смеется? Может, показалось? Снова этот смех. Это невыносимо. Я точно схожу с ума. Эй,
Эй, ты в порядке? Мне мерещится смех. Не мерещится. Это Фиби катается на качели. А, я тоже хочу. У меня есть свои качели. Ура, это здорово. Я отлично поспала. Кто-то идет. Джози проснулась. О, нет. Что делать? Спокойствие. Превращаемся в кукол. Что это? Вау! Мои куклы тоже здесь! Ура!